Судетской железной дороги произошло ЧП. Мужчина, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения, уснул прямо на рельсах. Поезд, который выезжал из-за поворота, следовательно, видимость у машиниста была ограничена, наехал на человека. У пострадавшего медики констатировали переломы ног, руки, ключицы и травматическую ампутацию пальцев на ногах. Самостоятельно извлечь мужчину из-под вагона поезда врачи не смогли. Потребовалась помощь бойцов аварийно-спасательного подразделения «Кобра», которые прибыли на место ЧП через 12 минут после вызова. Кобровцы сумели в ограниченном пространстве под вагоном переложить пострадавшего на носилки и передать его медикам, после чего мужчина был доставлен в реанимацию.